Поздравляю вас с выходом нового видео, вы все молодцы, я считаю, за это стоит поставить лайк, иначе ты ебучий харчок слизи, обидно. Да. Ну тогда ставь лайк, чтобы твоя мама прожила еще хотя бы день и TikTok хаус сгорел. Ладно, вы сюда пришли смотреть на то, как я буду делать обложку в стиле фонка, но для того, чтобы нам начать, нужно понять, кто создает и кто слушает фонк. Разновидности обезьян. В мире насчитывается 160 видов, принадлежащих примерно к 15 семействам. Это маготы, относящиеся к узконос, что означает, что их ноздри сближены. Это обезьяна реву относится к плосконосым обезьянам, названным так за уплощенный нос. В данном случае внешность обманчива. На самом деле, эта обезьяна, как и все обезьяны Нового Света, не слишком умна. В основном обложки фанкеров некачественные или они просто вставляют фотки из интернета. Я попытаюсь придерживаться их стиля и качества, не знаю, получится ли у меня это решать вам, надеюсь, намек понят. А за основу обложки я решил взять вот этот авторитетный автомобиль 20 века черного цвета. Накидываем текстуру. Ставим перекрытие. Накидываем еще одну текстуру. Выбираем самый подходящий градиент. Настраиваем цвет градиента. Добавляем самое важное на обложку, то без чего можно было бы просто выкидывать проект. Накидываем инверсию. Накладываем текстуру в третий раз. Я не знаю, как это описать, просто смотрите, мне все равно на ваше мнение, если чё. Накидываем четвертую текстуру, за текстурами пишите ВОЛС. Пишем название, я использую свой никнейм, потому что я ЧСВ ебаная. Настраиваем наложение текста.
меняем цветовой тон. Я решил поменять самое важное обложки, простите меня. Я захотел добавить внешнее свечение на текст.